прекрасное утро, ожидается прекрасный день. Важно, чтобы мы каждое утро встречали ощущением благодарности, то, что есть еще один день, и этот день можно посвятить добрым делам. Задумался, еду, вот люди суетятся, кто-то на работу, кто-то по своим делам. Но то, что вокруг происходит, всем известно. Никто не знает, что будет завтра, какие еще новые события. В такие времена деньги наши находятся в большой опасности. Сейчас я говорил со своим другом, который живет на оккупированной территории. И как только слово «война» — это юридическая обстановка, форс-мажор, тогда ни один банк, ни одна инвестиционная компания, ни одно финансовое учреждение не сможет и не будет выполнять свои обязательства. Сегодня единственная возможность, единственная тихая гавань и, кстати, выгодная гавань для наших денег, для наших накоплений, криптокошелек и активы в виде индекса из самых лучших криптоэкономик. Я считаю своим долгом, как минимум, как отче наш, как намаз, 5, 3, 4, 5 раз в день мы должны говорить на эту тему со своими родными, близкими, спросить, как у тебя дела, как ты думаешь, какие меры предпринимаешь. Приглашайте меня, приглашайте наших лидеров, опытных людей, которые прошли не один кризис и не одну войну. Нам есть что сказать и что порекомендовать нашим друзьям. Желаю вам хорошего настроения, бодрости духа. Самые большие состояния, большие деньги делаются, когда происходят именно такие изменения. Льется кровь, продолжается, углубляется кризис. Мы не сможем повлиять на эти изменения. Мы не сможем изменить этот мир. Мы сможем только воспользоваться этими изменениями в свою пользу, в пользу наших родных, близких и своего окружения. Хорошего настроения, бодрости духа всем желаю.